Приветствую вас, дорогие друзья, на своем канале Insanus Valetus. Снова рад, что вы зашли ко мне в гости на мой канал. Сегодня хочу вам рассказать анекдот. В общем, Одесса, еврейская мама и сын на пляже. И мамочка так ему говорит: «Семочка, дорогой, пойди поплавай». Сынок ей отвечает: «Мама, ну ты же знаешь, что я плавать не умею, а писать еще не хочу».